Дорогие сограждане России, объявление официальных результатов голосования еще впереди. Но самый важный итог уже известен. Президентские выборы состоялись. Они были свободными и честными. 3 июля мы с вами выбирали будущее нашей страны. Я горжусь тем, что мы выдержали это испытание. Я горжусь Россией, горжусь вами, россиянами. Вчера вы отстояли свое право на выбор. Теперь его никто не отнимет. Это ваша заслуга, это ваша победа. Я благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и исполнил свой гражданский долг. Предвыборная кампания была очень напряженной. Мы много спорили, каждый отстаивал свои позиции. Вы решили этот спор. Уверен, в новой команде будет место для всех, кому вы доверяете. Давайте не будем делить страну на победителей и побежденных. Давайте работать. Ведь у нас одна Россия, большая, огромная страна. Одна Россия, одна судьба, а значит, одно будущее. 3 июля вы вновь доказали себе и всему миру, что Россия – великая страна, что мы – великий народ. Вместе мы возродим Россию. Спасибо вам.